Потом окажется, что все. Кванты. Теперь я знаю, вы на свете есть. И первое здесь, первый вопрос будет посвящен сферически симметричным состояниям электрона в атоме водорода. Вот давайте считать, что у нас есть система, когда есть точечный протон и электрон. И они находятся в состоянии, когда у нас, вообще, когда электрон находится в центральном поле, у нас должны в классике выполняться два закона сохранения. Закон сохранения энергии и закон сохранения момента импульса. Не импульса, а момента импульса. Если бы электрон был в свободном состоянии, тогда бы у нас сохранялись энергия и импульс. А у нас электрон находится в кулоновском центральном поле, и мы привыкли, что там должны быть состояния с заданным импульсом, с заданным моментом импульса и энергии. Такое состояние с заданным моментом импульса и энергии, ну, момент импульса давайте обозначать L, а энергия W. Вот это естественное состояние для электрона в атоме водорода. Но мы с вами хотим описание на привычном для нас языке. Нам гораздо важнее знать, где электрон находится и какой он из себя. Поэтому мы ведем систему координат x, y, z и попробуем задать электрон с помощью радиус вектора r. И тогда, если нас будет интересовать плотность вероятности найти электрон в точке R, нам надо будет составить такое скалярное произведение. R – состояние, когда электрон здесь находится, на LW. Теперь возникает вопрос, а в каких координатах мы будем описывать электрон? Можно в декартовых, но я думаю, что интереснее его описывать в сферических координатах. Поэтому мы зададим модуль R, угол φ и угол θ. И будем искать амплитуду того, что электрон, находящийся в атоме в состоянии с заданным моментом импульса и энергии, нами будет обнаружен на расстоянии R под углами θ и φ. Естественно, такую амплитуду мы назовем, да, волновой функции электрона в состоянии LW, которая будет зависеть в общем случае и от времени, и от координат, для краткости я напишу R. И для такой волновой функции должно работать уравнение Шрёдингера. И H d по dt на такую волновую функцию. Это есть действие оператора Гамильтона, оператора энергии, на ту же самую волновую функцию. Мы с вами уже привыкли, что состояние с определенной энергией должны зависеть от времени, как e в степени минус i омега t или w делить на h t. Поэтому мы будем искать решение этого уравнения в виде, вот такая волновая функция называется нестационарной волновой функцией. Она зависит и от времени, и от координат. Но чтобы получить стационарное значение, там зависимость от времени e в степени минус i энергия делить на постоянную планка t
А оставшаяся волновая функция будет зависеть только от координат. Мы будем искать решение в таком виде. Это решение меняется во времени по гармоническому закону, и мы привыкли, что когда в показателе степени стоит минус и частота на t, это состояние сохраняющейся энергии. Кстати, с этого момента мы будем считать, что постоянная планка равна единице, как я и обещал, и мы можем это написать как e в степени минус и энергия t на пси от r. А вместо энергии с равным успехом можно написать омега. Они теперь у нас стали совпадать. Естественно, если такое пробное решение мы подставим сюда, то при дифференцировании... Да, кстати, теперь в уравнении Шрёдингера у нас h равно тоже единице. И тогда у нас получится i от уравнения Шрёдингера. Отсюда при дифференцировании минус i w на e в степени минус i w t пси от r равняется h пси от r. Понятно, что здесь, да, пси от r на e в степени минус i w t. Оператор Гамильтона не задержит ничего по времени, поэтому экспоненту все равно, с какой стороны писать от оператора Гамильтона. Дальше понятно, что на экспоненты можно сократить. И тогда у нас получится такое уравнение. H на пси от r – это уже та часть волновой функции, которая зависит от координат. Она от времени уже не зависит. Равняется энергия на пси от r. Такое уравнение называется стационарным уравнением Гамильтона. Уравнением Шрёдингера или уравнением Шрёдингера для стационарных состояний. Это было уравнение Шрёдингера для состояний как угодно меняющихся во времени, а это уравнение Шрёдингера для состояний с сохраняющейся энергией, которые являются стационарными. Но чтобы продвинуться дальше, надо вспомнить, чему равен оператор Гамильтона, то есть оператор энергии. Энергия равна кинетической энергии плюс потенциальная энергия. Кинетическая энергия – это квадрат импульса делить на 2m, p в квадрате на 2, а m, я напишу в скобочках, она у нас равна единице. А оператор потенциальной энергии – два заряда q и минус q, поэтому будет минус квадрат заряда элементарного, я его тоже напишу в скобочках, потому что в нашей системе единиц элементарный заряд единичный. Делить на расстояние, потенциальная энергия двух взаимодействующих частиц. А оператор импульса равен минус и h в скобочках, оно единица, на оператор Набла. И все в квадрате, и делить пополам, m единица, минус 1 r-овая. H забыли? Минус в квадрате – это плюс, а и в квадрате – это минус. Итого будет минус оператор Набла в квадрате пополам минус 1 r-овая. Но тогда, если все перенести в одну сторону, у нас получится Набла в квадрате – это оператор Лапласа пополам, плюс 1 r плюс w. Когда я сюда перенес w, оно станет со знаком минус, но у меня везде минусы, поэтому получился плюс. В применении к волновой функции пси от r, а теперь я напишу, что пси от r векторное, это пси от модуля r, θ и φ, должно равняться нулю. Надо решать вот такое уравнение. Его можно еще подупростить, умножив все на 2. Оператор Лапласа плюс 2 делить на r плюс удвоенная энергия на пси от r, θ и φ есть 0.
А теперь вспомним, что я сейчас замахнулся на гораздо меньшее. Я замахнулся на решение уравнения Шрёдингера для сферически симметричных состояний, когда вероятность найти электрон будет зависеть от расстояния, но не зависеть от углов тета и фи. То есть для таких специфических состояний, в которых на заданном расстоянии от ядра, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, электрон будет находиться с одной и той же вероятностью. Такие состояния по стечению обстоятельств принято было называть S-состоянием. Поэтому у нас волновая функция не зависит от тета и фи, а зависит только от R. Сами понимаете, теперь надо переписать оператор Лапласа, который есть сумма по кси d2 по dr кси дважды, с учетом того, что у нас зависимость есть только от модуля r. Наверное, тогда дифференцирование по r кси, по каждой из координат, надо заменить дифференцированием по модулю r. Это делается очень просто. Это все равно, что dr по dr кси, t по dr. А если я буду вспомню, что r – это корень квадратный из rx в квадрате плюс ry в квадрате плюс rz в квадрате, и это надо продифференцировать по x или y или по z, и умножить на d по dr, то дифференцирование корня нам даст 2rx делить на 2 корня. И поэтому это будет r кси делить на r d по dr. Вот так пересчитывается первая производная, когда у нас функция зависит от модуля r. После этого нам надо пересчитать и вторую производную и сосчитать, чему в этом случае будет равен оператор Лапласа. Это забавная работа, ее можно довольно просто выполнить, но я рискну себе привести еще более общее выражение, как выглядит оператор Лапласа не только в том случае, когда функции сферически симметричные, а как вообще выглядит оператор Лапласа в сферической системе координат. Но в той системе координат, где rx – это r на синус тета на косинус фи, ry – это r синус тета синус фи, и rz равняется r на косинус тета. Это связь сферических и декартовых координат, если известно, как они связаны, легко пересчитать вторые производные. Ну, я сказал легко, в том смысле, что понятно, что надо делать, но геморроя там очень много. Там надо писать якобиан преобразования или все считать честно руками. Я напишу ответ для оператора Лапласа в сферических координатах. Это будет единица на r, вторая производная по r от r умножить на то, что стоит после оператора, плюс единица на r в квадрате, а тут будет единица на синус тета, d по d тета, от синус тета, умноженного на d по d тета, а тут стоит то, что стоит после оператора, плюс единица на синус квадрат тета d2 по d фи дважды. Это чистая скучная арифметика пересчета оператора от одной от производных по x, y, z к производным по r, тета и фи. И вот если это все сделать, получится так. Надо сказать, что оператор выглядит очень угрожающе, но вот эта его часть так часто встречается в физике,
что для этой части придумали специальное обозначение. Этот оператор будет называться минус L в квадрате. И будет называться оператором момента импульса. Почему такая штука называется минус квадратом оператора момента импульса, и при чем здесь вообще момент импульса, это разговор впереди. Пока просто привыкнем к этому названию. И учтем, что если волновая функция зависит только от r, от θ и φ не зависит, то сколько ни дифференцируя ее по θ и φ, ничего новенького не получится. Там будут нули. И поэтому сейчас весь этот оператор в применении к нашей специальной волновой функции S-состояния даст ноль. И про него можно забыть. А когда он нам понадобится, мы уже из других разговоров так будем много знать про моменты в квантовой механике, что нам уже будет понятно, почему эта штука называется оператором квадрата момента импульса. Но тут будет надо много всяких интересных разговоров еще проговорить. Поэтому теперь у нас уравнение Шрёдингера будет содержать только производные по r, и надо писать уже не частные производные, тут по dr дважды, а обычные производные. И уравнение оказывается такое. Единица на r, d2 по dr дважды от произведения r на пси от модуля r, плюс 2 делить на r, пси от r, плюс 2w, пси от r, должно равняться нулю. Да, давайте подумаем, а что нам в этом уравнении надо находить? Конечно, мы хотим, с одной стороны, найти волновую функцию, а кроме того, у нас есть еще интересное число – энергия. Это та энергия, которая имеет право иметь электрон в атоме. И вот у нас будет сейчас интересная вещь. У нас есть одно уравнение, а из него надо найти два неизвестных. Волновую функцию и энергию. Решаться будет все следующим образом. У нас для волновой функции есть требование, чтобы квадрат модуля волновой функции, проинтегрированный по всему пространству, что давал? Единицу. Так вот, оказывается, только при некоторых значениях энергии решение будет такое, что такое можно будет сделать. И именно эти энергии будут реализовываться в природе. Это будут как раз те значения энергетических уровней, которые существуют в водороде. То есть нам надо найти волновую функцию, но волновая функция будет хорошей только для определенных значений энергии. Кстати, это рецепт решения и нахождения энергии системы на компьютере. Там всегда получается какое-то уравнение, и сюда будет входить энергия. А дальше, если вы на компьютере решаете уравнение, вы просто тупо перебираете все мыслимые значения энергии и с ними пытаетесь решить такое дифференциальное уравнение. И только при некоторых значениях энергии оно будет хорошо решаться. Тогда ура, если вы эти перебором значения энергии нашли, вы нашли те энергии, которые обладает система. Вы понимаете, что это непростая компьютерная задача искать те значения энергии, при которых уравнение хорошо решится. Поскольку значений энергии бесконечно много. Но есть всякие алгоритмы, которые позволяют это делать. Ну хорошо, поскольку здесь вторая производная, давайте дифференцировать. У нас произведение двух функций, и когда мы считаем производную от произведения, надо по биному Ньютона. Да? Сперва одну дважды, значит, сперва дважды продифференцируем пси. Тогда r останется в покое, и они сократятся. Поэтому будет d2 пси по dr дважды. Теперь два раза по биному Ньютона. Один раз r надо продифференцировать, другой раз пси. R, когда дифференцируем, R уйдет, и тогда будет 2D пси по DR, но еще одна R осталась. Поэтому будет плюс 2 делить на R, D пси по DR.
А теперь надо все оставить в покое и дважды дифференцировать R. Но это совсем не интересно. Если R дважды дифференцировать, 0 получится. Плюс... А, только я здесь R большим написал, но я уже стал R маленькими писать. Давайте радиус, расстояние маленькое. Плюс 2 делить на R пси от R. Это слагаемое. Плюс 2W пси от R равняется нулю. Вот такое уравнение дифференциальное получилось. Его надо как-то решать. Давайте сперва посмотрим, а как это уравнение будет вести себя на больших расстояниях, если R большое. Посмотрите, эти два слагаемых имеют R в знаменателе. Поэтому на больших расстояниях эти два слагаемые убывают. Поэтому на больших расстояниях наше уравнение становится таким. D2Psi по DR дважды. Плюс 2 энергии пси равняется 0. Ой, господа, это очень хорошее знакомое уравнение. Это уравнение второго порядка однородное. У него есть два линейно независимых решения. Правда, решения устроены по-разному. Если у нас энергия больше нуля, то тогда уравнение d2r по dr дважды плюс положительное число на пси равно нулю. Это уравнение гармонических колебаний. Тогда у нас пси от r есть c плюс на e в степени i корень из двух энергий, только не от t, а от r у нас уравнение, поэтому на r плюс c минус на e в степени минус i корень из двух энергий на r. Тогда посмотрите. У нас волновая функция оказывается ограниченной и нигде толком не убывает. Это означает, что частица может находиться на любом расстоянии от ядра. А если электрон может находиться на любом расстоянии от ядра, как такой атом мы называем, где электрон может находиться где угодно? Хоть на бесконечности. Если электрон улетел от атома бесконечно далеко. Это называется ион. У нас есть положительное ядро и где-то на бесконечности электрон. Это решение соответствует ионизированному состоянию, когда электрон может улетать от ядра сколь угодно далеко. И в этом случае энергия может быть любой. Есть вторая возможность, когда энергия меньше нуля. Тогда у нас под корнем отрицательные числа. Тогда корень из отрицательного числа – это i на корень из модуля. Тогда пси от r будет равняться c плюс на e в степени корень из минус 2wr. У нас w отрицательно, а минус w положительно. Из него можно извлекать корень. Плюс c минус на e в степени минус корень из минус 2wr. Давайте корень из минус 2W обозначим через k. Это нормальное вещественное число, потому что W у нас отрицательно, а минус W положительно. Тогда пси от R будет c плюс на e в степени kr плюс c минус на e в степени минус kr. Как ведут нас, у нас эти решения? Это решение экспоненциально возрастает по мере удаления от ядра, а это экспоненциально падает. Но нам нужно, чтобы интеграл от квадрата такой штуки был конечен, чтобы он единица. Можно ли, если у нас
волновая функция экспоненциально растет на бесконечности, сделать, чтобы интеграл по бесконечным пределам был ограничен? Нет, конечно, если у нас функция растет. Чтобы он был ограничен, он на бесконечности должен убывать. Поэтому мы должны c плюс считать равным нулю, иначе мы не получим нормируемые волновые функции. Поэтому оказывается, что в случае отрицательных энергий на больших расстояниях волновая функция должна вести себя как некоторая константа на e в степени минус kr, где k – это корень из минус 2 до w. И тогда на больших расстояниях уравнение Шрёдингера решится. Но нам надо, чтобы оно решалось не только на больших расстояниях, но и на малых, когда этим слагаемым нельзя пренебречь. Поэтому нам надо придумать вид решения, который на больших расстояниях будет выглядеть так, а на малых расстояниях мы его подправим так, чтобы вместе с этими слагаемыми все получилось. Предлагается искать решение ψ от r как произведение достаточно хорошей и приличной функции g от r на e в степени минус kr. Причем так, чтобы на больших расстояниях убывающая экспонента забила функцию g от r. Но вот хорошо известно, что убывающая экспонента на больших расстояниях забивает любой полином конечный, любую степень r. Поэтому есть идея пытаться искать функцию g от r как полином, на всякий случай, по m от нуля до бесконечности, а m, r, m. Конечно, в этом есть некоторый произвол. Но у нас есть теорема единственности решения дифференциальных уравнений в частных производных. Если у нас так получится, то тогда все хорошо, другого решения нет. Но теперь, если мы функцию ψ ищем в таком виде, то хотим мы этого или нет, надо это пробное решение подставить сюда. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. Теперь надо это произведение дважды дифференцировать. Снова по биному. Сперва, когда дважды дифференцируем g, получается g два штриха на e в степени минус kr. Теперь один раз дифференцируем g, один раз экспоненту, и коэффициент 2 от бинома. Поэтому будет минус 2k, минус k от дифференцирования экспонента, g' на e в степени минус kr. Теперь g оставляем в покое, а дважды дифференцируем экспоненту. Плюс k в квадрате g на e в степени минус kr. Это я сюда подставил. Плюс 2 делить на r. Один раз дифференцируем. Сперва дифференцируем g. g' на e в степени минус kr. Теперь g оставляем в покое, а дифференцируем здесь экспоненту. Поэтому будет минус k делить на r. R никуда не делось. А только 2, да, еще у нас? Минус 2k делить на r. G оставили в покое, экспонента осталось. С этим слагаемым расправились. Плюс 2 делить на r g на e в степени минус kr. Плюс 2 энергии g на e в степени минус kr должно равняться нулю. Ну, с удовольствием видим, что экспоненты ушли. И еще с удовольствием видим, что поскольку мы договорились, что k – это корень из 2 w, а следовательно k в квадрате равняется минус 2 w,
то вот это слагаемое и это слагаемое в сумме дают ноль. Эти слагаемые умирают. Поэтому осталось уравнение для G, но у нас есть кое-где R в знаменателях, и чтобы чувствовать себя вольготнее, я это уравнение сейчас перепишу и умножу на R. Получится R, G, два штриха, минус 2 K, R, G штрих, плюс 2 G штрих, R ушло, минус 2 К Ж, плюс 2 Ж равно нулю. Для функции Ж получилось такое дифференциальное уравнение. А теперь вспомним о нашей отчаянной попытке искать Ж в виде полинома. Нам понадобится g штрих и g два штриха. Итак, мы будем искать g в виде суммы по m от нуля до бесконечности а m r в степени m. Тогда g штрих это будет сумма по m от нуля до бесконечности а m на r в степени m без единицы. А g два штриха это будет сумма от нуля до бесконечности а m на m без единицы, на r в степени m минус 2. Подставляем. Сумма от нуля до бесконечности а m на m без единицы. Хотелось написать r в степени m минус 2, но у нас на r домножается. Поэтому r в степени m минус 1. Минус сумма от нуля до бесконечности 2k am. Хотелось написать r в степени m без единицы, но поскольку домножается на r, то r в степени m. Плюс сумма от нуля до бесконечности 2 а м r в степени m без единицы. Минус. Но мне это уже не понадобится. Так, здесь у нас что будет? Сумма 2. К без единицы, а м, r в степени m, и все должно равняться нулю. Знаете, какое желание это есть? Вот если бы все r были в одной и той же степени, то у нас получилась бы сумма по m, какие-то коэффициенты на r в степени m равняются нулю. А в каком случае сумма произвольной, это же должно при всяких m, при всяких r выполняться, в каком случае полином будет тождественно равен нулю при любом значении переменной, какое бы мы ни выбирали, в каком случае полином от этой переменной тождественный нулю, когда все коэффициенты ноль. Но чтобы этот фокус прошел, надо, чтобы здесь были одинаковые коэффициенты, одинаковые степени, а у нас степени разные. Зря все-таки стер. Итак, G – это сумма АМ, R в степени М. G штрих – это сумма АМ, М, R в степени М без единицы. И G два штриха – это сумма АМ, М, М без единицы
на r в степени m минус 2. Нам мешают вот эти два слагаемых. Но посмотрите, когда m равно нулю, это слагаемое равно нулю. И это слагаемое равно нулю. Тогда ничего не произойдет, если я суммирование сдвину на единичку. Все равно у нас нулевого слагаемого нет. И тогда это слагаемое я могу написать как сумму от нуля до бесконечности а m плюс 1 на m плюс 1 на m на r в степени m. А это слагаемое я запишу как сумму от нуля до бесконечности 2 а m плюс 1, m плюс 1 на r в степени m. И за счет этого фокуса у меня теперь соберутся все слагаемые с одной степенью. И у меня получится, что сумма от нуля до бесконечности r в степени m, а дальше собираем коэффициенты. Отсюда а m плюс 1, m плюс 1 на m. И сразу же соберу здесь плюс а m плюс 1 на 2 m плюс 1. Я собрал вот эти коэффициенты. Остальные будут со знаком минус. Минус здесь будет 2k m а m. Минус 2К без единицы АМ. И все это должно тождественно равняться нулю при всяких значениях R. А это будет только в том случае, когда фигурная скобочка равна нулю. А это означает, что АМ плюс 1 умноженное на m плюс 1, на m плюс 2, это я вот эту штуку так преобразовал, должно равняться 2, а что же в скобочках будет? Km минус k плюс 1. На АМ. А вы чувствуете, что получилось-то? А получилось рекуррентное соотношение для коэффициента. Отсюда следует, что А М плюс первое будет равняться 2 к что-то где-то я в знаках вроде как набрал. Так. Ну, конечно. Я это перенес сюда со знаком плюс, а это перенес сюда со знаком минус. Тут плюс, а тут минус. Здесь будет k m плюс 1 минус единица делить на m плюс 1 m плюс 2 а mt. Слушайте, господа, у нас вроде все получилось. Мы нашли решение, если мы знаем, как строить полином. Есть только одна беда. Мы знаем, что экспонента забьет любой полином, когда он конечный. А у нас какой полином? Бесконечный.
И возникает вопрос, а если он бесконечный, не победит ли он на больших расстояниях экспонента? А давайте посмотрим на асимптотику этого полинома на больших расстояниях. Понятно, что на больших расстояниях главный вклад будут давать большие m. Ну, чем больше степень m, тем оно быстрее растет. Поэтому посмотрим, как будет выглядеть рекуррентное соотношение на больших расстояниях. А m плюс 1 примерно равно, если у нас m большое, понятно, что на больших расстояниях большие m дают главный вклад. Ну, смотрите, если m большое, то единичку можно выкинуть. На m плюс 1 можно сократить. И здесь m плюс 2 заменить на m. Мелочь, ведь если m большой. Поэтому будет 2k делить на m а mt. Тогда, если мы еще раз прокрутим рекуррентное соотношение, это будет 2 в квадрате, k в квадрате, а тут будет m на m без единицы, а m минус первое. А если дальше будем прокручивать, что получим? 2 в степени m, k в степени m, а в знаменателе что будет? М на m минус 1, m минус 2, m факториал, а с нуликом. Поэтому асимптотика нашего ряда на больших расстояниях, функция g от r, стремящегося к бесконечности, имеет порядок сумма по m. 2k в степени m на m факториал, ну а здесь и r в степени m, поэтому 2kr в степени m. Вот такая асимптотика. При малых m коэффициенты немножко не такие, но нам-то важно при больших m, что происходит. А вам ничего не напоминает? Это разложение в ряд какой функции? Экспоненты. Это есть e в степени 2kr. А теперь означает, что все рухнуло. Мы-то пытались искать решение, как приличную функцию g, которая забивается вот такой затухающей экспоненты, а приличная функция g оказалась экспоненциально растущей, да в два раза быстрее, чем забивающая экспонента. У нас волновая функция пси от r начинает экспоненциально расти. Мы никогда ее не сможем нормировать на единицу, потому что квадрат модуля будет расти еще быстрее. Все, господа, ничего не вышло. Господа, есть лазейка. Она кроется в этом рекуррентном соотношении. В числителе имеется разность. Если вдруг на каком-нибудь шаге в числителе получится 0, то следующий коэффициент обратится во что? 0. А за ним и все следующие коэффициенты. И бесконечный ряд, который убивает экспоненту, превратится в конечный полином. А конечный полином не может убить экспонента. Поэтому для того, чтобы все получилось благополучно, нам надо потребовать одной простой вещи. Нам надо потребовать, чтобы при каком-то m оказался нулевой числитель.
То есть, чтобы k равнялось единица делить на m плюс 1. А m пробегает значение 0, 1, 2, 3, 4. Так какие значения может иметь тогда k? Если m равно 0, то k должно быть единица. Если m равно единичке, k чему должно равняться? 1/2. Если m равно двойке, 1/3, 1/4 и так далее. Итак, если k будет пробегать такие значения, то у нас на каком-то шаге ряд оборвется. Но если k пробегает такие значения, а мы вспомним, что энергия равна минус 1/2 на k в квадрате, а минус 1/2 в нашей системе единицы, знаете, что такое? Постоянная Ридберга. Поэтому энергия будет минус постоянная Ридберга, а k в квадрате это будет либо единица, либо 1/4, либо 1/9, либо 1/16, либо так далее. И тогда все будет хорошо. А это значит, что когда у нас энергии отрицательные, и электрон находится в связанном состоянии и не может улететь далеко от ядра, он может иметь никакие угодные энергии, а только такие. И мы с вами получаем квантование энергии электрона в атоме водорода. Ну а теперь, когда мы до этого договорились, наступает время простых вычислений. Давайте сделаем большую пикчу. Так будем откладывать энергии, и потенциальную, и полную энергию. Так будем откладывать расстояние. И мы с вами уже договорились, что потенциальная энергия равна минус единица на r, то есть соответствующий график потенциальной энергии вот такой. Это график потенциальной энергии. Что касается полной энергии, мы договорились, что когда энергия полная положительна, и электрон может находиться где угодно, разрешены любые значения положительных энергий. И электрон может находиться где угодно. Он может находиться на любых расстояниях при любых положительных энергиях. Это все ионизированное состояние. Электрон может летать где ему хочется, и с какой угодно положительной энергией. А вот когда энергии отрицательны, тут начинаются чудеса. Итак, самое нижнее значение энергии – это минус постоянная Ридберга. В этом случае, ну, кстати, k можно написать как единица на n, где n пробегает значение 1, 2, 3, 4. А энергию можно написать как минус постоянная Ридберга на n в квадрате. Понятно, что сейчас мы выбрали k равное единице. Давайте напишем, что это состояние с n равным единице. Давайте построим волновую функцию. Я, к сожалению, стер. Но волновая функция пси от r – это есть g от r на e в степени минус kr.
Давайте построим полином G. Нулевой элемент А с ноликом. Итак, К равно единице. N равно единице. Пусть А с ноликом не равно нулю. Тогда по нашему рекуррентному соотношению, чтобы найти А1, надо взять М равное нулю. Тогда здесь будет А1. Будет равняться 2. К равно единице. М мы взяли равным нулю, поэтому 0 плюс 1 – 1. Минус 1. Делить М равно нулю. 1 умножить на 2. На А с ноликом. Но 1 умножить на 1 минус 1 будет 0. О, господа, уже А1 стало равно нулю. Поэтому наш весь полином состоит только из одного слагаемого А с ноликом. Поэтому полином G – это просто А с ноликом. Поэтому волновая функция состояния, давайте я назову его честно, в честь того, что n равно единице, а это сферически симметричное состояние, такое состояние называется 1s. Это будет просто А с ноликом на Е в степени минус R. Ну, К-то у нас единичка. Поэтому наша волновая функция будет выглядеть вот так. Обратите внимание, что волновая функция не обращается в ноль, даже когда у нас полная энергия такая, что она менее отрицательна, чем потенциальная. Это означает, что здесь у нас кинетическая энергия отрицательна. С точки зрения классики здесь вообще нельзя быть, да? Ведь у нас полная энергия – это кинетическая энергия плюс потенциальная энергия. Поэтому кинетическая – это полная минус потенциальная. У нас здесь получается, что полная энергия, что кинетическая энергия у нас отрицательна. Но частица здесь некоторое время бывает, правда, с маленькой вероятностью. Хорошо, возьмем К равное 1 второй. Это означает, что n равно 2. Итак, значит, это у нас, это состояние обычно называют 1s состояние. 1 это n, а то, что оно сферически симметричное, это s. Если n равно 2, то снова А с ноликом не равно нулю, А1. Теперь К равно 1 второй. А1 будет 2, 1 вторая, умножить на 1 минус 1, 1 умножить на 2, А с ноликом. 1 вторая минус 1 будет минус 1 вторая, двойки сократились, поэтому минус 1 вторая А с ноликом. А чему же будет равняться А2? А А2 будет равняться, теперь, чтобы двойка была, здесь М надо взять равную единице, будет 2, К 1 вторая, М равно единице, единица плюс единица 2, минус 1, 2 умножить на 3, а 1. Но 2 на 1 вторую минус 1 – это 0. А 2 уже обратится в 0. Поэтому функция g будет равняться А с ноликом минус 1 вторая А с ноликом на r – на Е
в степени минус r пополам. Ведь k-то 1 вторая, поэтому будет r на 1 вторую. Или а с ноликом единица минус r пополам на e в степени минус r пополам. Ну, естественно, энергия будет 1 четверть Ридберга, поэтому она будет вот здесь. Во всех этих точках кинетическая энергия, длина этого отрезка, она положительна. Здесь кинетическая энергия отрицательна. Волновая функция при малых r, это e в степени минус r пополам, она стартует в положительных значениях. Но потом по мере роста r скобочка обращается в ноль, а потом волновая функция становится отрицательной. Это слагаемое пересиливает единицу. Она уходит вниз, а потом экспоненциально стремится к нулю. Вот такая будет волновая функция. Это у нас состояние будет называться 2s. И энергия у него будет минус постоянная Ридберга на 4. Если k будет равно 1 трети, то есть n будет равно 3, это будет 3s состояние. А с ноликом по-прежнему не 0. Кстати, а здесь как найти а с ноликом? Ну, у нас интеграл от квадрата модуля волновой функции по объему бесконечному. Чему должен равняться? Единице. Поэтому если у нас вот такая волновая функция, то интеграл по объему. Мы объем разделим. Ведь у нас все сферически симметричное. Мы разделим на вложенные сферы. Поэтому у нас будет интеграл площадь сферы 4πr в квадрате. Да? Это площадь поверхности сферы. Объем сферы сферического кольца 4πr в квадрате dr. Это просто, это dv я написал. А теперь квадрат волновой функции, квадрат модуля. А с ноликом в квадрате на e в степени минус 2r в квадрат. И надо взять интеграл по r от нуля до бесконечности. И эта штука должна равняться единице. Отсюда с ноликом нашли. Ну и здесь также от такой штуки надо. Считаем интеграл, находим нормировку. Хорошо, тогда А1 будет 2, К 1 треть умножить на 1 без единицы, на 1 умножить на 2, А с ноликом. Смотрите, поскольку К всегда это дробь, то у нас всегда здесь будет меньше единицы, поэтому у нас знак всегда будет, что здесь? Меняться. И у нас получится в этом случае... Что же у нас получится? Минус 2 трети А с ноликом. Это А1. А А2 будет равняться 2. Теперь К 1 треть. Но уже умножить на 2. Без единицы. А здесь будет... Уже 3 умножить на 4. А нет, 2 умножить на 3. 2 умножить. У нас m равно 1, 2 умножить на 3. А А1 минус 2 третьих А с ноликом. Во-первых, у нас снова знак поменяется. Поэтому будет здесь 2 трети минус 1 минус 1 треть. Двойки сократятся. Поэтому получится 1 девятая. Да еще 2 трети, поэтому будет 2 двадцать седьмые, а с ноликом. И с другим знаком. У нас всегда за счет этой комбинации будут чередоваться знаки. Это важно. Поэтому функция g
будет равняться А с ноликом, единица минус 2 третьих R плюс 2 27 R в квадрате на E в степень А. Экспонента здесь не будет. А волновая функция Пси 3s будет А с ноликом, единица минус 2 третьих R плюс 2 27 R в квадрате на E в степени минус R на 3. Смотрите, пока R маленькие, главный вклад от единицы, и волновая функция начинается как положительная. Мы теперь находимся на уровне постоянная Ридберга на 9. Волновая функция стартует как положительная. Но потом у нас r и r в квадрате растут. Но поскольку здесь коэффициент больше, чем здесь, сперва победит это слагаемое. И волновая функция из положительной станет отрицательной. Но потом, хоть здесь и маленький коэффициент, квадрат победит линейную функцию. И волновая функция снова станет положительной. А потом она экспоненциально будет затухать. Но уже будет затухать, если здесь она вела себя как e в степени минус r, здесь как e в степени минус r пополам, то здесь как e в степени минус r на 3. Она затухает все медленнее и медленнее. Но обратите внимание, здесь у нас нет ни одного нуля у волновой функции. Здесь у нас 1 0, здесь у нас 2 0. Если мы возьмем следующий уровень, у нас полином будет уже иметь не 3 слагаемых, а сколько? 4, будет 4 0, 5 0 и так далее. И у нас будут сбегающиеся энергетические уровни, и все сильнее осциллирующие волновые функции, и все медленнее затухающие на бесконечность. Но теперь, я думаю, имея рекуррентное соотношение, вы сможете построить все волновые функции S-состояния атома водорода. Господа, задача решена. Мы нашли все волновые функции сферически симметричных состояний атома водорода. И нашли все значения энергии. Больше ничего требовать от квантовой механики нельзя. Задача про S-состояние атома водорода решена полностью. На самом деле не совсем так. Мы забыли об одной веселенькой вещи. У электрона в атоме водорода есть еще. А про это мы пока ничего не сказали. Я думаю так. У меня, если вы можете потерпеть, я бы еще минут 10 поговорил, о чем пойдет речь. А уже математику следующую.